Конечно, говорит, что счастливый может быть только тот человек, который понимает, что все усилия, которые мы совершаем в этой жизни или в этом мире, они предназначены для одной единственной вещи. Они предназначены для того, чтобы сделать счастливым Кришну. Доктором Яги Атапасам. Всеми ягами, всеми аскезами наслаждается Кришна. Он наслаждающийся. Доктором Яги Атапасам. Сарвалока Махешварам. Почему он всем наслаждается? Потому что он является владельцем всего. Это все является его энергией. Сарвалока Махешварам. Он повелитель всех планет и всех полубогов. Сарвалока Махешварам. Сухридам Сарвабутанам. И при этом, несмотря на то, что он является владельцем всего этого, он является также еще и другом, и доброжелателем каждого живого существа. Самым близким другом. И человек, который понял эти три истины, по-настоящему может обрести счастье. Он может стать счастливым. И поэтому мы совершаем сегодня это путешествие, мы участвуем в этом фестивале для того, чтобы стать счастливыми. Для того, чтобы доставить удовольствие Шри Радхе Говинде, чтобы они проехали здесь, совершили это праздничное путешествие. Это делается для их удовлетворения. Итак, мы подходим к самому главному, главной части нашего фестиваля к Радхаштами. Завтра мы будем праздновать Радхаштами. И завтра у нас будет самые пышные, самые праздничные мероприятия. Поэтому поздравляю вас всех с наступающим праздником. Шри Радха Говинда Кей. Hare Krishna.